Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале «Вязать легко и просто». Сегодня я хочу показать вам, как связать вот такой замечательный, очень красивый узор. Он отлично подойдет как для более объемных плечевых изделий, так и для небольших аксессуаров, таких как шапки, снуды. Выглядит он вот так с лицевой стороны, вот так с изнаночки. Раппорт узора 8 петель и 8 рядов. Этот узор вяжется как поворотными рядами, так и по кругу. Для вязания образца поворотными рядами необходимо набрать количество петель кратное 8, плюс 3 петли для симметрии, плюс 2 кромочные петельки. Набираем обычным способом необходимое количество петель. Я набрала 21 петлю, это петли на 2 раппорта, плюс 3 петли для симметрии и 2 кромочные петли. Итак, в начале вязания нам необходимо будет с вами провязать нулевой ряд, установочный. Далее мы его вязать не будем. Итак, каким образом кромочную мы снимаем и провязываем 3 лицевые. Это петли наши для симметрии. Далее провязываем 1 изнаночную, 3 лицевые. 1 изнаночную, 3 лицевые. 1 изнаночную. 3 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые. Провязали ряд до конца. Так, секунду. Кромочную провязываем изнаночной. Все, провязали мы установочный ряд и переходим уже к вязанию основного узора. Кромочную мы снимаем и начинаем раппорт. Делаем накид, 1 изнаночная. Накид, 1 изнаночная. Накид, 1 изнаночная. Далее 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая. Это наш раппорт. Повторяем. Делаем накид, 1 изнаночная, накид, 1 изнаночная, накид, 1 изнаночная, 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая. И вот у нас петли вне раппорта. Провязываем их таким образом, делаем накид, провязываем изнаночную, опять накид, изнаночная, накид, изнаночная. Кромочную провязываем изнаночной. Провязали первый ряд, разворачиваем работу. Второй ряд, провязываем петли вне раппорта. Кромочную снимаем, лицевые петли мы снимаем на левую, на правую спицу, таким образом, что у нас получается сброс накидов, вот так. Снимаем их. У нас получились удлиненные лицевые петли. Далее подхватываем левой спицы первые две петли. Третью протягиваем через первые две. Вот так. Эту петельку мы не провязываем. Провязываем вот эти две петли. Раз, два. Далее 1 изнаночная. 3 лицевые. 1 изнаночная. Это наш раппорт. Повторяем. Лицевые снимаем, не провязывая, сбрасывая накиды. Далее подхватываем 2 петли, первую и вторую. Третью протягиваем через первую и вторую. Не провязываем ее, провязываем вот эти 2 петли. 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная. Провязали второй раппорт. Петли для симметрии. Также мы снимаем лицевые. Сбрасывая накиды, протягиваем третью через первую и вторую, провязываем 2 лицевые. Кромочную провязываем изнаночной. Провязали второй ряд. Разворачиваем работу. Третий ряд. Кромочную снимаем. Провязываем так же, как и первый. Делаем накид, 1 изнаночная. Накид, 1 изнаночная, накид. И вот здесь, обратите внимание, у меня стоит петля левая стенка. И провязывая ее вот таким образом, ее подхватываю, чтобы она у нас не была перекрещенной. Вот так. Так, я пропустила накид. Так, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная. Все, это петли для симметрии. Провязываем раппорт. 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая, накид, изнаночная, накид, вот здесь изнаночная стоит у меня, получается, стеночкой правой ко мне, я ее подхватываю вот так, а вот это левой,
я ее подхватываю вот так. Одна лицевая, второй раппорт, 3 изнаночные, лицевая, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная, кромочная, изнаночная. Провязали третий ряд. Четвертый ряд провязывается так же, как второй. Кромочную сняли. Снимаем лицевые петельки. Вытягиваем их. Сбрасываем накиды. Третью через вторую, первую пропускаем. Ее не провязываем. Провязываем последующие 2 лицевые петли. Провязали. 1 изнаночная. 3 лицевые. 1 изнаночная. Провязали раппорт. Вот у нас уже очень красивые такие перекрещивания получились. Повторяем. Лицевые снимаем. Сбрасываем накиды. Третью петлю пропускаем через первую и вторую. Ее не провязываем. Провязываем последующие 2. Так, что у нас тут? Немножко запуталась. Так, секундочку. Секунду. Пропустили. Провязываем их лицевыми. 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная. Провязали второй раппорт. Петли для симметрии. Снимаем 3 лицевые петельки, сбрасываем накиды, пропускаем. Третью петельку пропускаем через первую и вторую. Провязываем 2 лицевые. Кромочную провязываем изнаночной. Все, провязали четвертый ряд до конца. Разворачиваем работу, пятый ряд. Сейчас у нас будет смещение узора. Вот так в шахматном порядке. Итак, пятый ряд. Кромочную снимаем. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Это петли наши вне раппорта. Петли для симметрии. И переходим к вязанию уже раппорта. Итак, 1 лицевая. Накид. Изнаночная. Накид. Изнаночная. Накид. Изнаночная. 1 лицевая. 3 изнаночные, 1 лицевая, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная, 1 лицевая, 3 изнаночные, 1, 2, 3. Кромочную провязываем изнаночной. Провязали пятый ряд, разворачиваем работу. Шестой ряд. Кромочную снимаем, провязываем 3 лицевые, 1 изнаночная. Далее опять лицевые петельки мы снимаем, сбрасывая накиды. Третью петлю протягиваем через первую, вторую. Провязываем 2 лицевые, 1 изнаночная. Это наш раппорт. Повторяем. 3 лицевые, 1 изнаночная. Далее снимаем лицевые петли, сбрасывая накиды. Протягиваем третью петлю через первую и вторую. Ее мы не провязываем. Провязываем 2 следующие петли лицевыми. 1 изнаночная. И петли для симметрии у нас 3 лицевые петли. Кромочную, изнаночную. Провязали. Шестой ряд. Разворачиваем работу. Седьмой ряд. Кромочную снимаем. Провязываем петли вне раппорта, петли для симметрии, 3 изнаночные. Начинаем раппорт. Итак, 1 лицевая, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная. 1 лицевая, 3 изнаночные. Провязали раппорт, повторяем. 1 лицевая, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная. 1 лицевая, 3 изнаночные. Кромочную, изнаночную. Провязали седьмой ряд. Восьмой ряд. Кромочную петлю снимаем. Провязываем 3 лицевые. Изнаночная. Далее опять лицевые снимаем, сбрасывая накиды.
третью петлю протягиваем через первую и вторую, провязываем их лицевыми. 1 изнаночная, провязали раппорт, повторяем 3 лицевые, 1 изнаночная, далее опять лицевые снимаем, сбрасывая накиды, протягиваем третью через вторую и первую, провязываем 2 лицевые, 1 изнаночная, провязали второй раппорт, и у нас петли для симметрии, их провязываем лицевыми кромочную, изнаночной. Все, мы провязали с вами 8 рядов в высоту, это наш раппорт. Далее вы повторяете с 1 по 8 ряд на необходимую вам высоту. На этом все, надеюсь, видео вам понравилось и было полезным. Подписывайтесь на канал, включайте уведомления о новых публикациях. Также приглашаю вас на мой второй канал, который называется «Вязаные аксессуары». Там вы найдете очень много мастер-классов по вязанию самых модных, актуальных моделей шапочек, снудов, рукавичек, косынок. Заходите, буду очень рада. Всем всего доброго, ровных 7 петелек и до новых встреч!